Как купить Honda Step-Wagon в 2024 году? Всем привет, дорогие друзья, на связи Максим, и это компания Priority Auto. И сегодня тема нашей дискуссии, нашего видеоролика в том, как купить Honda Step-Wagon в 2024 году. Как купить этот данный автомобиль? Потому что данный автомобиль набрал дикую популярность, особенно в западной части страны, потому что он очень удобный, пускай он даже с правым рулем, но у него две сдвижные электродвери, у него хорошие из комплектации, достаточно надежный турбовый надежный мотор, и еще дверь ваку-ваку, которая просто стала диким бестселлером, потому что ты паркуешься, аккуратненько ее открываешь, не нужно полностью открывать огромную створку, загрузились, разгрузились, особенно в больших городах, где стесненные условия парковки, это просто незаменимая вещь, причем через эту дверь можно также зайти. И какие у нас бывают Honda Step-Wagon? Вообще, вводно, Honda Step-Wagon начала свой выпуск очень-очень давно, но вот мы сейчас с вами говорим о кузове RP. Это у нас автомобиль, который пошел уже с 1,5-литровым мотором, которые есть в кузове RP1, RP2, RP3, RP4, о которых мы с вами поговорим чуть-чуть попозже. И в 2018 году Honda также выпустила рестайлинг данной модели и сделала для нас с вами гибридную версию, которая, к сожалению, сегодня находится под санкциями. А не под санкциями как раз та самая 1,5-литровая турбовая версия, которая без проблем абсолютно сегодня заходит с аукционов в Японии и которая дальше растекается по всей нашей стране. И вот вы решили взять себе этот данный автомобиль. Куда вы придете? Но если вы с Дальнего Востока, то вы обратитесь к Дрому, посмотрите на реальные цены, примерно сориентируетесь и позвоните либо в фирму, либо купите что-нибудь с сайта. Но если вы с западной части страны, то вы обязательно обратитесь к ресурсу под названием Авито. И в этом будет ошибка. А почему это ошибка, давайте сегодня с вами разбираться. И открываем мы с вами Авито и смотрим, что у нас здесь есть по ценам. Начинаем с самого низа. Открываем первый вариант. 1 195 000 рублей. Что у нас здесь за автомобиль? Во-первых, по фотографиям сразу же скажу, это площадка какая-то в Японии, это не аукцион, просто вот здесь вот выставляют автомобили на продажу физлица. Как правило, здесь автомобили продаются достаточно дорого относительно аукционов. Здесь у нас еще пробег 10 тысяч километров. И вот я фотографии эти листаю и понимаю, что у нас здесь есть какой-то прикол. Надпись «Гибрид» вам о чем-нибудь говорит? При том, что 1,5-литровый мотор – это у нас только турбо-версия. А про гибриды мы с вами уже говорили, это только 2 литра. И смотрю я под капот и вижу здесь те самые 2 литра. В описании что у нас здесь написано? Стоимость указана за автомобиль до России. Но в данном случае у нас продавец подстраховался, написал, что до России, ну, не учел здесь пошлину. Но вам, друзья, так скажу, про пошлину мы с вами поговорим чуть позже. Она здесь не настолько огромная, чтобы разница по рынку была чуть ли не в 3 раза. Идем дальше. Что же у нас здесь еще есть такого интересного? Вот у нас 1,5-литровая также версия, 1,2 миллиона рублей. Также у нас здесь площадка где-то на территории Японии. Возможно, где-нибудь на ярде сфоткали, хотя больше похоже на пошуховую стоянку. Здесь, по крайней мере, у нас хотя бы реальная 1,5-литровая версия с пробегом 39 тысяч километров. Что же у нас здесь написано? Самое главное, это у нас, докуда рассчитана у нас стоимость автомобиля. Ну, здесь у нас ничего об этом не сказано. Но будем тоже считать, что данный автомобиль рассчитан просто до России и не просто не учли пошлину. Ну, небольшую пошлину не учли. Давайте еще что-нибудь полистаем, что-то здесь совсем все прям дешевое. Давайте, может быть, что-нибудь подороже найдем для примера. Вот у нас еще один интересный вариант. 1,5 миллиона рублей. Ну, уже как будто бы ближе к правде. Стоянка японская, причем я даже знаю, чья. Ну, не суть это дело. Вот у нас 1,5 литра. Комплектация у нас спада за 1,5 миллиона рублей. Что же у нас здесь за вариант? 21 год выпуска, 49 тысяч километров пробег. И также у нас здесь не указано, докуда этот автомобиль рассчитан. Но опять будем считать, что он рассчитан просто до России без расчета пошлины. Может быть, в данном случае это и реально. Но давайте с вами начнем расчет. Открываем Honda Step-Wagon. Выставляем 2020 год выпуска, 21, то есть обязательно проходной. И у нас здесь какие варианты были? Ну, с пробегом 46 тысяч километров, что-нибудь, ну, до 64, 4,5 балла, что-нибудь живое, как мы сами любим. И смотрим, что же у нас сегодня по статистике. Honda Sensing, 20 год, 26 тысяч километров пробег, продался 2 721 тысяча йен. Один день назад, буквально, вот свежая статистика. В рублях по сегодняшнему курсу 1 592 000 рублей. Это 4 балла с пробегом 26 тысяч километров. И теперь вот просто без расчета стоимость пошлин, доставок и прочего, о каких 1,5 миллионах идти может речь. Может быть, только какой-нибудь битый, может быть, топленный, может быть, еще какой-то, непонятно. Но, грубо говоря, только сам автомобиль
по сегодняшнему курсу 1 600 000 рублей. А если мы просто нажмем на калькулятор, мы поймем, что данный автомобиль под ключ со всеми расходами выходит в 2 142 000 рублей. Это с учетом доставки по Японии, с учетом доставки судном до Владивостока, с учетом растаможки. Пошлина на сегодня на него составляет 253 000 рублей. Плюс услуги брокера и так далее. 2 142 000 рублей. О чем может быть речь, когда мы с вами говорим о ценниках в 1,5 миллиона рублей? Я не понимаю. И если мы с вами сегодня берем данные варианты, это все у нас рекламное объявление, понятное дело, здесь возможно что-то не договаривают, не досчитывают, но давайте с вами посмотрим автомобили, которые реально можно приехать и купить, ну то есть пощупать в реальности. Вот он здесь стоит, можем покупать. И мы видим, что вот мы выставляем ценник по убыванию, 21 год, 25 тысяч километров пробег, как мы с вами здесь в принципе и указали. Комплектация причем, ну не спада, не Cool Spirit, а просто Honda Sensing. Открываем данный вариант и смотрим, что у нас здесь предлагают при обретении. 3,5 миллиона рублей. По салону фотографии не хватает, чтобы понять, Cool Spirit это или нет. 3,5. Это у нас автомобиль продается в Красноярском крае, в Норильске. Но это далековато, давайте листать дальше. 3,2, 3,150, 3,150, 3,100. До в кузове РП1, а не РП3. 2,950, 2,900. И вот мы сейчас просто сами листаем, чтобы найти хоть что-то, что есть в наличии при близкой к нашей стоимости. 2,619 за 2020 год. Это вот автомобиль в наличии в Оренбурге. Листаем дальше. И вот мы уже улистали, где автомобили уже не в наличии. А вот еще один. 2,500. Ну, фотографии в наличии. В любом случае, все эти автомобили нужно перепроверять. Смотреть, реально ли они есть, либо это все-таки рекламное объявление. Но опять же, вот мы с вами листаем, листаем, листаем. И опять приходим, вот дублирующиеся фотографии уже за 2400. Те же самые фотографии того же самого степ-вагона, которого мы с вами видели ранее. 2400. И опять же к вопросу, насколько автомобиль подключен, насколько это конечная цена. Если здесь мы с вами просто взяли, рассчитали и поняли, что 2,142 он выйдет до Владивостока, плюс доставка в ваш город, ну вот до Москвы примерно 200 тысяч рассчитываете, и получается 2,350 уже в Москве у вас со всеми расходами. Причем растаможенный на вас с утильсбором всего в 5200, то есть вы можете на данном автомобиле ездить год и через год спокойненько его продать. А вообще я добавлю также, друзья, от себя, от скольки сегодня в принципе можно брать Honda Step-Wagon напрямую из Японии. Вообще, как я говорил ранее, они пошли у нас с 2015 года, то есть их с мотором 1,5 литра можно брать вообще абсолютно спокойно 2015 годом, даже при том учете, что здесь пошлина будет выше, чем на проходной. Это не отменяет того факта, что его также можно без проблем привозить. Открываем кузов РП3, выставляем также адекватный пробег до 100 тысяч километров и смотрим. Cool Spirit Спада. Тут у нас пробегом 97 тысяч километров, 4 балла, до рестайлинг. Замечаний немного, кожаный салон, полный мультируль, в общем шикарный вариант в сером цвете. И сколько бы данный вариант вышел в 2015 году? 1 684 000 рублей, причем наш сайт рассчитал полностью со всеми расходами, даже при учете, что пошлина на 200 тысяч больше. И данный автомобиль также по доставке плюс-минус 200 тысяч выйдет до Москвы. А теперь открываем Авито и смотрим, сколько здесь стоит у нас Дори Сталин в кузове спада. 2700, 2700, 2600, 2600, 2600 рестайлинг, рестайлинг, 2600 стоит в наличии, 2550, 2500, то есть куча вариантов за 2,5 миллиона рублей рестайлинг в наличии. Причем продают какие-то дилеры. Давайте какую-нибудь пятую вообще страницу откроем, есть ли вообще что-то близкое к нашей стоимости. 2,105 страница, здесь все еще ценники больше 2 миллионов рублей. Пробег 140. И вот по факту реальный автомобиль в наличии, который реально можно купить. То есть вы не позвонили куда-то, не вам не пообещали, а вы реально приехали и купили, это 2,100, так еще с пробегом 140. А мы с вами рассчитали, не просто пообещали, а именно рассчитали конкретный вариант, который когда-то кем-то был куплен. То есть можно в эту же ставку купить аналогичный, и он выйдет вам намного-намного дешевле. Поэтому, если вы озадачены вопросом покупки автомобиля, вы всегда можете обратиться к нашим менеджерам. Мы просчитаем вам абсолютно любой автомобиль.
не нужно, друзья, повторюсь, обращать внимание на самые минимальные цены. Как правило, за этими ценами скрывается обман, потому что таких дешевых и низких цен просто не бывает. Как вы можете видеть, даже если открыть статистику на нашем сайте, просто пролистав, посмотрев, сколько стоят автомобили, можно просто понять, что если вам обещают стоп-погон за 1,5 миллиона рублей, и если он только в Японии стоит не меньше 1,5, как он может выйти в вашем городе в такие деньги? Друзья, берегите себя. На связи был Максим, компания Priority Auto. Большое спасибо вам за просмотр. Всем пока. Компания Priority Auto – надежный поставщик автомобилей с аукционов Японии. Подбор автомобиля, покупка, доставка, растаможивание. Priority Auto – ваш надежный поставщик.